Слушай, знаешь, вот мне интересно только одно. Только что на паузу ушел. Думаю, немножко порядка наведу. Так, лады. Как они пойдут? Вот, я про что говорил. Вот, это вот маленькая выемка. Вот, и если, к примеру, через нее племя людоедов бы пошло, почему я вот открывал тогда вот это вот все. Игра бы начала так жутко баговать. Вот, в некоторых сериях, кто смотрел, помнишь, у меня игра баговала. Потому что есть как бы свободные вот такие впадины, из-за которых все начинает глючить жестко. Ничего, больные, что ли? Племя людоедов поперлось на танки. С луками, с мечами. А, ну да, ребят. Удачи и прощайте. Совсем крышу сорвало. Ну, бывает. Ну, ребят, пока там работаете. Ой, подумаешь, трупик увидели. Блин, а их довольно-таки много. Ничего, лук. Не, ну хотя я помню луками, да, здесь танки запинывали, неплохо так. Давайте немножечко. Ай-яй-яй. Я, конечно, все понимаю, но их тут до хрена довольно-таки. Что, есть? Чего? Чего вас так много-то? Так, народ. Давайте-ка вы спать пойдете. Молодцы. Сейчас они идут спать все пока разом. Здесь еще кто у меня шатается опять. Вы, блин, кто? Ни хрена не вижу. Пошли вы с племенем людоеда пострелялись, что ли? Конечно, эти долбоящеры вообще молодцы. Поперлись против танка с луком. Ну. А-ля фурава. О, уходит. Вовремя. Обалденно, как вовремя. Немного пора, видно, они подождали, пока тут все завершится. Сука, шпионы, однозначно. Гарантирую. Сидели, палили, ждали, размышляли, ничего не вышло. Вот сразу ушли. Козлы какие, а. Не было печали. Так. Сволочи, робота сбили.
Писец моей колонии, короче. Или выживем. Куда? Блин, открытый бой — это не для меня. Убрал я мод, в общем-то, на темную ночь, чтобы было повиднее. Стрелять не хочешь? Ой, там еще и животные у них на привязи. Так, а юг моей колонии. Так, отступаем, кто может. Доктор, я бы тебе посоветовал бежать. Не добежишь, да? Вот хреново, что доктор не добежит. Вырубили, но не убили, это хорошо. Так. Жить-то они будут хоть? 21 час. Ой, ерунда. А, так они мне вещи пытаются спереть, вот дебилы. Так, хорошо. Спасай фермера. Спасай доктора. Вроде отделались легким испугом. Че? Че они, прости? Они совсем охренели в корень? Вот собаки-то. Лечит доктор. Все, в порядке. Мне понравилось. Молодцы. Так, ну они потом сами себя залечат. Но оружие у меня говно конкретное. И комменты там хоть остались. О, блин, надо купить будет. Маловато медикаментов. Ладно, на двоих хватит. Ты ее юмора не понял. Че, одна капсула всего пролетела? Потом будет подорвать. Правда, нет. Так, использует улучшенную тактику. Че, один черт какой-то? У меня была беда. Шо?
Нет, не один, их много. Они просто с разных сторон. Привет, пока. Дятел. Так, автопистолет. У тебя там что? О, да. Продвинутая техника, конечно. Ну, лонг-класс. Доктор, ты мне скажи, ты какого хрена сюда попёрся? Вот так вот, без бре. Там уже бой устроили между собой. Так, что, все, они убегают уже, что ли, так быстро? Какие-то странные типчики. Так. Лазер. Ну, я не знаю, какая там уж у них более-менее продвинутая техника. Что-то как-то не замечаю я этого. Так, вот эти ребята уже будут посерьезнее, но я что-то у них оружия не вижу. А, нет. Они его просто не держат в руках. Ну ладно. Мы здесь еще не до конца убрали, это, конечно, нехорошо. Давай-ка ускорю немножко. Баранов все больше и больше. Я не успеваю это все перерабатывать даже. Долго там будешь ходить, херней страдать? Растерянный он. Блин, где торговцы-то? С едой. А, они по... О, блин, не. Они вообще строить умеют? Для начала. Кстати, еда, я вижу, есть. Мне бы ее тараканить. Эти парни вроде строить не умеют. Сволочи, мою еду жрут, прикинь. Но пока ничего не строят, видно, да, глюкануло. Ну, такое бывает. Смотри, какой актив крашит шип интересный. То есть как бы кусок чего-то там, куски двигателя еще. Нормально, нормально. Что там внутри находится, вот что интересно. Что он будет делать? Неизвестный крашит шип. Любопытно. Так, вот это уже интереснее, выдержит моя защита или нет. Шкурка-то от драконов очень хорошо продается. Так. Ну-ка, ну-ка. Как далеко пройдут? Им по приколу, что ли, так ходить? Или как? Что-то я не понял. Не, ну нормально.
Исследования просто побежали. Вот с лаптопами, конечно, рулят. Надо было хотя, по идее, сразу все исследования поставить. А, нет, все не надо, потому что тогда здесь в креативе есть режимы быть. Дополнительное инфоменю есть, где можно делать всякие разные вещи непонятные. Хотя от этого я тоже не понимаю, на кой оно черт надо. Мод ни хрена не закончен. Честно говоря, это бесит уж. Нахрен такой мод нужен? Ну, попросили поставить, поставил он. На кой он черт? Ну и насколько быстро сдохнут? Иначе малыши. О, они быстро, я смотрю. Все, перезарядились. Не, прикольные ловушки, мне нравятся. Мне таких не хватало. Стопэ. Блин. Фу, как я вас обожаю всех. Сваливай. Ну хотя ладно, продолжай. Блин, надо их отключить как-то вот это вот, чтобы не убегали. Это ж мои ресурсики, в конце концов. Ну, уезжали, да и фиг с вами. Так, те моды проверил. Сейчас проверяем моды уже обновленные. GDL и Not. И у нас тут налетик. И надо всем сделать башню область. Им далеко. Так, конечно, некоторые вещи я не достроил. Сильно мне это не аукнется. Пока идут сюда. Да нет, вы издеваетесь. Серьезно? Чё, блин, гранаты кончились? Что? А что это у него, прости, за бомбы такие? Дальность 15.1. Вон полтинник. Да ни хрена не полтинник урон. Прикольно.
Так. И номер. И ничего ценного взять не смогли. Они мне разворотили почти все. Ладно, это все восстановлю. Дело здесь не в этом. Здесь в том, что у них гранаты, которые с одного удара все шибают. Уже нехорошо. Совсем чуть-чуть полностью. Главное, что им не приперло уничтожить абсолютно все. Отстой. Чего я могу сказать? Это какое-то оружие теперь есть. Правда, насчет этих гранат еще у меня вопрос остается. Забавный. Где там этот засранец мелкий? Ползет. Да, кстати говоря, сейчас заценю. О, смотри, какие красавцы. Вот это, я понимаю, красивые роботы. О! Так. Я надеюсь, он не будет мне стены подрывать. Готов. Так, сколько этим надо будет? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да уж. Вообще там дохнуть собираетесь? Блин, походу нет. Так, кое-как. Кажется, мне оборона нужна немножечко побольше, да? Чего-то такого я не ожидал. Смешно. Место хоть есть? Есть. Так, клубнику, наверное, сейчас еще раз выращу. По идее, вполне мне ее хватит. Исследовательский центр пришлось поставить просто ужасающий всем критериям. У меня вообще нет стали, да? Вот дерьмо. Automation Core, это что еще? Mm-hmm.
Ладно. Так, мне железо опять нужно. Да эта хрень исчезнет. Вообще непонятно. Упал, не разрастается, исчез. Короче, что-то глюкануло. Ладно. Железо надо быть больше. А железо мне где-то было тут рядом. Вот. Сейчас, наверное, пойдем копать. На меня пока редко нападают. Несколько нападений всего было. В основном животных. Показывать я это не стал. Там животные были, скорпионы. И их мясо выкинул. Да, слоны были. И еще кто? А, муфа. О, это все, кто на меня нападал. Ну и что наш новый друг нам принесет? Тут интересно очень. Так, у меня, значит, пласталь. Погоди, анимашн кора? Откуда у меня еще один взялся? Значит, что-то с органики было. И немножко стали. Вот пласталь мне сейчас будет нужна. 19 штучек, а мне нужно... Как раз хватит на тебе ресерч-крафтинг-адаптер. Что я потом их разберу? Вот это интереснее, уже интересней. Эта хрень стоит. Интересно. Торговец оружием это купит? Давай, разгружай инвентарь, сразу к торговцу пойдем. Та-та-та-та-та-та-та. Что у тебя есть? Медикаменты. Вот медикаменты я куплю. Не нужны. Возьмем даже немножечко побольше. А вот продать мне нечего, да, абсолютно. Тихо, тут налево, ни хрена у него тут товаров. Пустите меня за что-нибудь такое. Понятно. Ну ладно, медикаментов пока куплю. Компонентов может ему, кстати, продать. Точек 500. Деньги-то нужны будут. Ну, ладно, хрен с ним, продам. Не помешает. Надо бы еще купить, но я лучше передовые бы взял. Ну да, пласталь, смотри, 19, но он сейчас еще потом набьет себе руку. Вообще забавно, слушай, мне нравится. Так, у вас там что с собой? Кирки? А вы уже все добыли, что надо. Я вот не знаю, это стоит продлевать этот барьер. Блин, с этими роботами, конечно, геморрой еще тот, но стали мало. И, наверное, надо бы продлить барьер. Здесь дополнительную точку еще сделать. Да, наверное, сейчас так и сделаю, слушай. Здесь продлю. Пока есть такая возможность, потому что хрен знает, что будет дальше. Вот так вот сделаю. Посмотрим, что из этого получится.